Привезьте женщины, чтобы вам не огорчаться. Вы же сегодня с новой сумочкой. Не с той, с которой были вчера. Посмотрите внимательно, там наверняка это. Хотя, скорее всего, все равно это. А результат доложить на смс-портал 5533-Вести? И Колю прислать. В то время как Чумак, Алан Чумак и Кашпировский, не помню как имя, плачет. Да не, вообще всегда плачет. Слушай, Ир, у нас тут такая... У нас сидит Соловьев, и мы ни разу не воспользовались, чтобы зарядил воду, а? Чай я какой-то обыкновенный. Microsoft. Сертификат электронной подписи. Первые покупатели Visconti 3 смогут бесплатно получить в одной из точек выдачи Taxcom. И можем подписывать документы прямо с мобильного устройства. Подпись хранится в облаке, на серверах Taxcom и никогда их не покидает. После двухфакторной идентификации на планшете, по логину, паролю и одноразовому паролю присылаю по СМС, я могу отправить на подпись любой документ. Имеют и завышенную самооценку в отношении умственных способностей, сообщает сайт телеканала Rush Today. Возможность быстро найти ответ на практически любой вопрос вводит в заблуждение по поводу собственного интеллекта, считают психологи American Psychological Association. В результате экспериментов ученые выяснили, что испытуемые, которые искали в интернете необходимую информацию, пребывали в иллюзии, что данные интернета являются частью их собственных знаний. Погода в Москве сейчас минус один, небольшой снег, днем плюс два, к вечеру около нуля, небольшой снег, в Петербурге днем плюс пять, вечером плюс два, небольшой дождь. Новости на бизнес-фм, каждые 15 минут держите курс.